Молодых ульяновцев, которые молотком решили разобраться со своими сверстниками, отправили под домашний арест. Сегодня в суде избрали меру пресечения подозреваемым в преступлении. Видео с нападением появилось в интернете в выходные. На кадрах трое молодых людей в дальнем Засвияжье с особой жестокостью молотками избивают двоих парней 16 и 17 лет. Один из потерпевших впоследствии был госпитализирован. Шок-контент не остался незамеченным для правоохранительных органов. Ульяновским следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. Причастные к совершению преступления установлены и в кратчайшие сроки задержаны. Следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку по факту исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц, системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А вот судьба нападавших молодых людей во время следственных действий решалась в Засвияжском суде. Судьи заслушали мнение разных сторон, в том числе представителей Следственного комитета и прокуратуры. Руководствуясь статьями 107-108 Уголовно-процессуального кодекса, суд постановил избрать обвиняемого Аюгину Дмитрия Геннадьевича мер пресечения в виде домашнего ареста. В отношении другого обвиняемого суд также избрал меру пресечения, домашний арест с запретами. Третьему нападавшему в ходе следствия будут запрещены определенные действия. Расследование уголовного дела на контроле областной прокуратуры.